one of the most asked questions from you. Это мой личный способ ответить на самый распространенный вопрос, который вы задаете. And it relates to children. Он касается детей. Can the children take the products? Да, могут ли дети пить коктейль? So, for those of you who might not know it, I am the son of Stig Sten. Если кто-то из вас не знает, я сын Стига Стена. He has five children. I'm just in the middle. У него пятеро детей, я средний. I have three boys of my own. У меня своих три мальчика. They are 8, 6, and 1.5 years old. Да, 8, 6 и 1.5. So if you think I look a little bit tired, that's the reason. Если вам кажется, что у меня там на лице какие-нибудь признаки усталости, да, вот собственно причина. So anyhow, ever since they were about half a year. A year, something like that. I have given them the Natural Balance shake. Собственно, начиная с полугода-года, да, я давал им коктейль. And I like to give it as a snack. И собственно, я его давал как перекус. And very often, if they are still hungry when they go to bed. Очень часто, прямо перед сном, знаете, если они все еще хотят, а их уже в постели нужно класть. Then I like to give them something that is satisfying, but that doesn't rush the blood sugar. Потому что я им хочу дать что-то, чтобы с одной стороны они сытенькие были, да, а с другой стороны они не скакали по кроватям от избытка сахара. And they like it very much. Им очень это нравится. But they never come and ask to get the natural balance shake. Ну вот они никогда не приходили и говорили, дай, пожалуйста, папа, natural balance коктейль. They come and ask, we want grandfather's drink. Они приходили и говорили, дай то, что дедушка сделал. So thank you very much for coming. Большое спасибо, что приехали.